Сегодня Алматы – один из наиболее быстро развивающихся финансовых и культурных центров Центральной Азии и СНГ. В городе, где расположены крупные международные компании и кредитные организации, часто проводятся финансовые выставки, конференции и форумы с участием представителей финансовых институтов стран СНГ, Ближнего Востока, Азии. Именно поэтому международный выставочный центр «Шоу FX World» в полном объеме представлен на территории Средней Азии, в частности, в городе Алматы. 19 октября 2013 года Алматы принимала у себя вторую ежегодную бизнес-конференцию под эгидой международного выставочного бренда «Шоу FX World». Традиционно дискуссионные площадки бренда в южной столице Казахстана собрали большое количество участников и гостей. В рамках конференции в Алматы состоялись семинары, посвященные различным аспектам торговли на валютном рынке Форекс. В конференции приняли участие многие известные аналитики, трейдеры и эксперты рынка, среди которых особо можно отметить аналитиков, представляющих компанию InstaForex, Олега Хмелевского, Сергея Беляева и Надежду Жижко, а также представителей Forex Club Анатолия Хигай и Ольгу Дудукалову. Эксперты поделились секретами успешной работы на финансовых рынках, их доклады вызвали повышенный интерес у аудитории. По традиции на конференции «Шоу FX World» были разыграны ценные призы и подарки. В рамках мероприятия были организованы викторины, где среди гостей были разыграны современные девайсы – смартфон Samsung Galaxy S3 от организаторов мероприятия в лице «Шоу FX World», смартфон iPhone 4S от компании InstaForex, а также планшетный компьютер Samsung Galaxy и три бонусных сертификата на $500 США. «Шоу FX World» искренне благодарит участников и гостей конференции за проявленное внимание и поддержку. Надеемся на встречу на очередной выставке «Шоу FX World».